С просьбой отремонтировать этот мост к главе региона от имени всего населения аула Кызыл-Октябрь обратился один из жителей населенного пункта. Во время традиционного приема граждан он рассказал Рашиду Темрезову, что сооружение находится в предаварийном состоянии и представляет угрозу, учитывая, что по нему ежедневно проезжают автомобили, в том числе большегрузные. Иного пути просто нет, ведь этот мост соединяет две части аула Кызыл-Октябрь. Нам этот мост очень важен, так как по этому мосту мы сами ходим, и школьный автобус, и дети. Для нас этот мост очень важен. Он был очень и очень в состоянии неблагополучном. Но надеемся, что его отремонтируют. Отремонтируют. Поручение об этом дал глава республики. Уже в этом году начнется капитальный ремонт, в ходе которого специалисты установят новые опорные балки, укрепят основания и полностью заменят дорожное покрытие. После всех работ мост шириной 16 и длиной 67 метров снова станет полностью безопасным. С 1962 года, вот после этого паводка, люди же видят, что мост постоянно садится, постоянно идут трещины. Были все обеспокоены ремонтом этого моста. И когда вот услышали, по телевизору услышали, и так люди говорили, что очень все обрадовались, что уделили внимание ремонту моста. Ранее, в 2017 году, на этом участке уже были завершены берегоукрепительные работы. Что же касается капитального ремонта моста, то он завершится до конца 2022 года. А всего же в Карачаево-Черкесии в течение ближайших лет будет отремонтировано 12 региональных мостов, из них 4 уже в этом году. А в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в республике отремонтируют почти 250 километров дорог, установят 78 камер видеонаблюдения и 4 автоматических пункта весогабаритного контроля. Эрнест Чуков, Олег Молхожев и Анвар Барануков, Архыз 24.